Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. И сегодня я наконец-то снимаю видео о своих подарках на день рождения, потому что многие ждали, многие просили, и в конце концов такие видео я не снимала очень-очень долго, поэтому это срочно нужно исправлять, и сегодня я подготовила для вас видео о своих подарках, как раз-таки потому что недавно я позвала всех своих близких, друзей на свой день рождения, и мы очень-очень круто провели время, и, конечно же, многие подарили мне очень приятные подарки, а самое главное, свое присутствие на данном мероприятии, кучу-кучу положительных эмоций. Спасибо вам большое за то, что вы есть, спасибо вам большое за то, что вы меня поддерживаете, даете мне советы и всегда-всегда рядом со мной. Я это действительно очень ценю. Так что я надеюсь, что вам понравится это видео. Не забывайте поддерживать меня лайками, подписываться на мой канал, если вы еще не сделали этого, и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и никогда ничего не пропускать. На моем канале скоро будут выходить видео неожиданного формата от меня, и я уверена, что вы такие видео зацените. Ну что же, я не буду медлить, и в принципе, давайте начнем. Сразу хочу отметить то, что практически все мои друзья ленивые задницы, и они поленились подписать свой подарок. Хотя все они прекрасно знают, что я блогер и что я в принципе собиралась снимать видео о своих подарках, поэтому сегодня вы, ребята, не узнаете, кто мне подарил большую часть из всех этих подарков, а их очень много. Начну я, пожалуй, с первого подарка от Ильи Белова. Это мой самый-самый близкий друг, с которым я практически вижусь каждый-каждый день. И я думаю, что вы все, ребята, это прекрасно знаете. Он для меня подготовил целое испытание с тем, что я должна была находить какие-то записки, разгадывать загадки, спрятала все по квартире. И это вообще очень долгая история, испытания были очень длинными. У него есть, кстати, в его инстаграме полная версия этого видео, можете посмотреть, если вам интересно. Так как я очень часто теряю AirPods, ребята, если вы подписаны на мой инстаграм, то вы это прекрасно знаете. Конечно же, Илья мне подарил AirPods, и, по-моему, перед этим я нашла записку, на которой было написано «Никогда больше не теряй». И действительно, очень приятный подарок. AirPods, я без них просто жить не могу, в особенности без музыки. Дальше идет книга. Хоть я читаю очень редко, но Илья мне сказал, обязательно ее прочитай. Она действительно интересная, мотивирующая, и тебе будет очень приятно ее читать. Она называется «Будь дерзким». Обязательно начну читать. Следующий подарок — это браслет, и он, кстати, сейчас надет на моей руке. Можете посмотреть вблизи, как он выглядит. Кстати, он двухсторонний, и его можно надеть еще на красную сторону. Мне кажется, очень даже красивый, и будет вписан под любой наряд, под любой комплект одежды, и дальше идут всякие приятные сюрпризики, например, мягкая игрушка, которую я находила, проходив испытание, красные носки с собачками и много-много-много-много другого. Также мы с Ильей сделали фотографии на полароид, и, как мне кажется, они очень милые, посмотрите на них. Мне они очень нравятся, и мне как-то надо их уже поскорее пришпандорить к своей пробковой доске. Следующий подарок от блогерши и моей подруги Рины, это пакет от Victoria's Secret. Там лежат всякие масочки, там, я не знаю, бомбочки. От Lush она мне, кстати, тоже положила всякие спреи, видите? Коробочка от Lush, кстати. Я просто обожаю Lush, вы это прекрасно знаете, если, опять же, подписаны на мой инстаграм, потому что я там постоянно растворяю всякие бомбочки. Для меня это действительно расслабляющий такой процесс. Я люблю всякие крема, скрабы, все эти уходовые средства. Следующий подарок от Николеты Шонус. Это моя подруга и тоже блогерша, она мне подарила духи от Монталь. Я давно хотела купить себе какой-то аромат от Монталь, потому что говорят, что эти духи действительно какие-то супер-мега стойкие, необычные, и аромат, который мне подарила Николета, мне очень-очень понравился. Кстати, давайте же откроем. И вот так офигенски выглядит сам флакон, такого бордового-розового цвета, и сразу чувствуется этот офигенный аромат. Следующий подарок от моей подруги Полины, она мне подарила футболку от Off-White. Мне она очень понравилась по дизайну, что-то такое новое, необычное в голубых и синих оттенках. Полин, спасибо тебе большое, я обязательно буду носить, футболка очень крутая. Мне кажется, если ее надеть с какими-то светлыми джинсами, будет очень-очень даже круто. Следующий подарок от Анриэль, от Анечки, от моей подруги, я уверена, что многие мои зрители ее знают. Это вот такой вот бокс тоже с уходовой косметикой, внутри лежат всякие крема, масла, масочки, все такое прикольненькое. После всех
всех этих подарков мне годика так два точно придется себе не покупать всякие маски, крема, гигиенические помады и многое-многое другое. Анечка, спасибо тебе большое. Кстати, еще в пакете лежала очень крутая открытка, где она написала поздравление и сзади нарисовала очень красивых рыбок. Следующий подарок от Лизы Мадрид — это пакетик, опять же, с бомбочками Lush. Вот такая вот красивая коробочка, очень крутой расцветки, и там лежат всякие необычные бомбочки. Вы не представляете, как пахнет эта коробка. Вы же знаете, да, если многие мои зрители просто обожают Lush, точно так же, как и я, то они прекрасно понимают, о каком аромате я сейчас говорю. Лиза, спасибо тебе большое. Следующий подарок, он не подписан, и я не помню, кто мне его подарил, поэтому, пожалуйста, если ты, солнце мое ясное, посмотришь это видео, то, пожалуйста, напиши мне в социальных сетях и скажи, что это ты подарила мне этот подарок. Я его уже, кстати, открывала, и в этой коробке находится комплект нижнего белья от Calvin Klein. Быстренько вам покажу. Это такие, знаете, серые расцветки. Спасибо большое, обязательно буду носить, да. Обожаю конкретно комплекты нижнего белья, особенно когда они такие, знаете, относятся к более спортивному стилю, чтобы можно было комфортнее себя чувствовать, например, когда ты дома носишь это белье. И следующий подарок тоже от Lush, конечно же. Я не знаю, кто мне его подарил, если не ошибаюсь, то Маша Южакова, по-моему. Остается только догадываться. И большое спасибо, потому что теперь у меня этих бомбочек от Lush будет просто море. Следующие два опять не подписанных подарка, которые я вам покажу, это вот такой вот пакетик с Пандорой внутри. Этого пакетика находится очень прикольный шармик. Можете посмотреть вблизи, как он выглядит. Такой симпатичный. По-моему, это какой-то коктейль, если не ошибаюсь. Спасибо большое. И во втором пакетике, так как они были связаны, находится вот такая вот коробочка. И внутри этой коробки лежит с точно такой же обложкой ежедневник, который я обязательно буду заполнять. Следующий подарок мне подарили ребята Игорь Синяк, Кеша и Андрей. И сразу хочу вам сказать большое спасибо, потому что внутри этого пакета находилась просто офигенская сумка. Вы только посмотрите, как она выглядит. Очень красивая, с учетом того, что я просто обожаю такой стиль, обязательно буду ее носить с собой. Я просто в нее влюблена. Я очень люблю такие сумки, которые вписываются и подходят к абсолютно любому наряду. Ну, согласитесь со мной, эту сумку можно взять с собой куда угодно. Только если вы не собираетесь идти в спортзал. Следующий подарок опять же не подписанный, и внутри лежат две бомбочки от Lush. В этом пакетике белая бомбочка в виде молока, а вот в этом пакетике розовая бомбочка. Я даже вам ее открою, сейчас покажу. Очень ее люблю, потому что она офигенски пахнет. И, по-моему, она с какими-то конфетти. Если кинуть эту бомбочку в ванную, то там такие будут всякие шипучки, штучки-дрючки. Следующий подарок мне подарила его моя подруга Даша Журавлева. Внутри этого пакетика лежит очень красивый браслет от Swarovski. Давайте же я открою его вам и покажу. Блин, ну вы только посмотрите на эту прелесть. Очень симпатичный, как мне кажется, браслетик. И я думаю, он тоже впишется под абсолютно любой комплект одежды. Как и я люблю носить браслет Пандора. Следующий подарок мне подарила Маша Вива. Еще был такой большой красивый букет цветов. Розы. Внутри этого красного пакетика лежал очень красивый браслетик, который офигенски переливается. И еще вот такой вот фирменный значок от студии, где я набивала свою самую-самую первую татуировку. Следующий подарок, если я, конечно же, не ошибаюсь, от моих подруг Алисы и Насти. Внутри лежали очень красивые сережки. Вот такая вот красота. И я просто влюбилась в эти сережки. Они офигенские. И, кстати, они чем-то напоминают как раз-таки мои ногти сейчас, да? Можете не писать лишний раз в комментариях, что ногти у меня очень длинные, капец. Мне нравится, и это самое главное. И еще в этом пакетике лежали деньги, поэтому следующий подарок, и он тоже был не подписан, точно такой же, как и мне дарила Лиза Мадрид. Две абсолютно одинаковые коробки с бомбочками, но ничего, чем больше бомбочек, тем лучше. Посмотрите, какая прелесть. Теперь у меня будет очень много всяких бомбочек и пен для ванн. А, ну и аромат. Следующий просто офигенский подарок мне подарил мой друг Артем Наумов. Это просто офигенский брелок в виде птицы. И вы не представляете, как он мне понравился.
понравился. Это такая прелесть. Посмотрите вблизи. Я в последнее время начала носить всякие рюкзаки, как вы поняли, сумки, поэтому этот брелок будет как раз-таки в самую даже тему, потому что брелки я тоже очень-очень сильно люблю. Следующий подарок от моей подруги Мии, и внутри лежало очень много просто всяких масок для лица. А вы, ребята, прекрасно знаете, что я их просто обожаю, что маски для меня это что-то действительно святое. И еще мой любимый оттенок помады Huda Beauty. Я в последнее время полюбила матовые помады от Huda Beauty, потому что когда Игорь мне делает макияж, постоянно наносит именно данные фирмы, и я просто в них влюбилась. Вы не представляете, какие они офигенные. Следующий подарок, к сожалению, он не подписан был. Пожалуйста, отпишите мне, от кого этот подарок. Я буду очень благодарна. Опять же, всякие масла, крема, крема для ног, крема для рук, для носа, для губ, господи, чего только нет. И вот такая офигенская серебряная подвеска с сердечком. Посмотрите, как она выглядит. Обязательно буду носить на всякие праздники, мероприятия. Я влюбилась. Еще раз спасибо большое. Следующий подарок опять не подписан, и там лежали две бомбочки от Lush. Первая, вау, это что-то новенькое. Я еще такие бомбочки ни разу не покупала. Она какая-то блестящая, пахнет сиренью, и обязательно нужно сегодня расслабиться. Я как раз-таки воспользуюсь именно этой бомбочкой. И вторая бомбочка, а нет, это розовая пена для ванны. Я просто обожаю вот именно эту пену для ванны. Она офигенная. Следующая большая коробка, и мне этот подарок подарили Лиса, моя подруга и блогерша, и тельняшка, принцесса моя Наташка. Спасибо большое вам за такой подарок. Я его уже, кстати, смотрела. При открытии этой коробки меня встречают деньги. Очень-очень-очень много денег. Теперь я буду по-настоящему богатой. Дальше лежала просто офигенная сумка от Moschino, так как у меня было день рождения в красно-черных тонах, то они мне подарили сумку с красными и черными цветами. Белый не считается. Спасибо вам большое, девочки. Очень крутая сумка. Блин, мне она очень нравится. Также лежали всякие уходовые средства от Clinique, например, крема, маски и что-то такое. И набор, который мне понравился больше всего, сделать слайм своими руками. Господи, как же я давно не делала слаймы своими руками, и я соскучилась очень-очень сильно, поэтому нужно сделать слайм, да. Также на тусовку ко мне завалился Никита Златоуст, Тимоха, Саня Попкова, Николета Шонус и, конечно же, Латыш, мой самый прекрасный и любимый. Они влетели в прекрасных таких комплектах. Тимоха был одет, по-моему, в чебурашку, Никита, если не ошибаюсь, какого-то сударя, то есть штаны, странная футболка, он нарисовал себе бороду, и тут написал Карина и сердечко. Офигенно, блин. И они мне подарили со Стёмом, конечно, но, ребят, я вас обожаю. Вот такой вот прекрасный ковш. Я его буду обязательно использовать. Кстати, это реальная тема, когда ты, например, сидишь в ванной, и тебе нужно облить себя. Также очень необходимые вещи, понимаете ли, совершенно нужные, я считаю, то есть, которые действительно могут мне пригодиться в хозяйстве. Ну и на этом было все, ребята. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте поддерживать меня лайками и подписываться на мой канал, если вы еще не подписались, потому что не подписавшись, ты пропустишь очень много всего интересного и будешь натыкаться на мои видео еще не один раз. И не забывайте про мой инстаграм. Ник вы сейчас видите на своем экране, потому что туда я выкладываю очень крутые публикации, делюсь с вами новостями и фактами о себе. Также очень часто разыгрываю сигны, видеоприветы и многое-многое другое, так что по ссылке в описании спеши и подписывайся. Я говорю большое спасибо всем людям, которые пришли на мой день рождения, поздравили меня и подарили очень приятные подарки, и самое главное, подарили мне свое присутствие и долю хорошего настроения. Я очень круто провела время, и этот день, мое 16-летие, запомнится мне на очень-очень долго, а конкретно навсегда. День рождения бывает только лишь раз в году, и я рада, что этот день я провела просто на славу. Я счастлива, что у меня есть такие друзья, которые готовы меня поддерживать в каждую минуту, давать мне определенные советы. Просто большое спасибо за то, что вы есть. Люблю и крепко обнимаю каждого из вас. И вас, ребята, большое спасибо за то, что вы все есть. Ну а с вами была Карина. Еще раз огромное спасибо за просмотр этого видео. Увидимся скоро. Всем пока-пока.